Так, друзья, в этом видео речь пойдет о тисках, которыми мы обычно пользуемся в наших экспериментах, работе с радио и прочее. В общем, были у меня такие тиски, еще старые советские, вот такие маленькие тисочки. У них губки раскрываются на 25 миллиметров. Этого мало, когда там трубу какую-то обтачиваешь или прочее, что-то побольше. Вот, они удобные, но маленькие. Вот тут приварили мне. Спасибо соседям. Такую ручку. Вот. Ну, в общем, и мне нужно было, необходимость просто возникла в тисках размером побольше. Вот, и вот такие я нашел тиски, очень интересные, на базаре. Intertool. Это наши украинские, ну, я думаю, это Китай. Хотя пишут, да, вот, Made in PRC. Китай, ну, украинская фирма, якобы. Лещата слюсарни, поворотни 60 миллиметров. Сейчас покажу, как они выглядят. В общем, я остался очень доволен. Сделано добротно. Здесь есть что-то наподобие наковальни. Вот. Вот эта часть крутится, они поворотные. Вот. Вот у нас фиксатор фиксируется. Вот сами губки. Здесь подпружинено. Все здорово, губки сменные, можно их менять. Вот. И самое главное, что можно их раскрыть вот на 60 миллиметров. Сейчас я их установлю. Так, ну что, вот они крутятся. Вот у нас фиксируется. Вот так вот. Максимально открываются они. Вот. Штука, конечно, незаменимая вообще в доме, потому что я имел проблемы. То есть, когда были большие трубки побольше диаметром, я не мог их просто обрабатывать нормально. Вот, и с этими теперь тисками это будет намного удобнее. Вот, так что, ребятки, вот такой вот инструмент. У кого есть возможность, покупайте. У кого есть, это здорово. Но у меня не было, теперь тоже есть. Так что порадуйтесь за меня. Всем три, всего доброго, до свидания.